Добрый вечер, мои любимые слушатели, читатели. Продолжаем творческий вечер поэта Владимира Васильева, посвященный моей музе Людмиле. Прочту для вас авторский стих «Я не сдамся». Я был влюблен, я был силен, и ты старалась любовь свою беречь мою. Она осталась, да без любви не говори, всегда усталость. А без любви огнем гори, случится, стучится старость. Только я не сдаюсь, без любви я не сдамся, я еще поборюсь за любовь, еще я. Той любви без мозгов, когда любят без слов, я надежды хочу, не люблю слова «нет». Мне услышать в ответ «я хочу», «не хочу», «я хочу», «не хочу», только я не сдаюсь. Без любви я не сдамся, я еще поборюсь за любовь, еще я благодарю вас.